Добрый вечер, уважаемые любители мини-футбола. Говорит и показывает Санкт-Петербург, Новая Арена на связи. Пари, чемпионат России по мини-футболу, Суперлига. Пятый тур, второй матч. Ну и уже потихонечку сейчас будут команды появляться на площадках. Ну и я буду дублировать диктора и объявлять составы играющих команд. На рейс-кинкер появляется вот Александр Костромин. Номер первый, вратарь. Номер 30, Николай Балашов. Ну что, пора бы уже начать, так и есть. Вот, поехали. Собственно говоря, на Рейнскому никелю. По условиям между клубами он постоянно, Кристалл, отыгрывался в счете. Не было у нас разницы в счете. Посмотрим, кто вместе с ним. Удар с дальней заряжает Жулио Занотто. Ну и вот на Занотто с ударом. Ну и вот подобный уже Дак Ивана, да. Нагружают достаточно неплохо. Изменения вот Клементи Сидорова. Наставник оранжевых. Вновь подобный на Жулио Занотто. Вновь подобный справляется Габриэль Соуза. Ну, тренерский штаб на Рейнском никеле частенько так, да, по ходу уже первого тайма многим дает поиграть. Удар Дробыша, Балашов справляется. Лучший бомбардир команды. Не сумел сбегать. Ух, это было. Мы пока капитана, кстати, не видим. Алекс. Это опасно, может быть, как разыграли Жулио Занотто с передачи Данила Кутузова. Открывает счет в сегодняшнем матче на 14-й минуте. На Рейнский никель выходит вперед. Ну и Жулио Занотто. Денис Поваров. Ну и Кристалл может моментально ответить. Ах! Волков, Ананев, Котлеров и Соловьев. С ударом Кутузов. Ух ты! Поварова. Занотто. Оп, еще раз подобный. Достаточно неплохо они в сборной выступают. Ну вот, Владимира, к сожалению, нет. А есть Нандо! В том числе и в наших клубах. Ой, Миронов, так нельзя! Так нельзя! И не прощает, конечно, за такую ошибку Алексей Лялин. Грубейшая ошибка. Ну и тайм-аут. Тайм-аут берет Климент Сидоров. Да, грубейшая ошибка. Миронов, Белоусов. Та же четверка. Соколов с ударом отбился. Кристалл, Миронов. Контратаку могут успеть сбегать. Белоусов. Вот момент. Ну как же так, Антон? Нацию Поваров. Давайте смотреть. Нанда, да, в завершающей стадии. Ох, какой выстрел. Впереди Норильский никель. Удар Миронова. Ох, тут из пустых, да, Кутузов. Ну и здесь Миронов включается, круто обокрал. Миронов, нет. Этот ход не оправдался. Котляров не попадает. Решат. Славив там еще. Кошелев, Баркалов и Алькин между собой перепасовывают. Ну и вот Алибеков выиграл мяч. О, с ударом. Четверка у норильчан. На площадке Габриэль. Алекс подобный спасает. Соколов. Вот здесь плохая передача от Павла. Габриэль не попадает из убойной позиции. Котлярова. Габриэль. Ох, как развернулся. Еще раз Алькин убрал. Но в створ не попал. Да, красиво было тут. Был готов уже тут мальчик выбежать. Габриэль с ударом подобный. Так, Миронов здесь мяч отбирает. Дробыш. Справляется голкипер. Ну, Поваров. Поваров. Неплохо. Опа, Алекс. Вот и ему хваленый кумир с дальнего не замкнул. Ой-ой-ой, какая ошибка. Алекс исправится. Нет. Алекс. О-о-о. Ну что я говорил, да? Аплодируйте стоя этому мастеру, этому бразильцу. Просто брависсимо. 17-я минута. Это получается 42-я минута. 3-0. Ох, ой, Балашов, ничего себе, такое бывает. Ананьев, нет, не переиграл. Николай извиняется, тот. Ананьев, ну вот шансик, Котляров, нет. Думаю, здесь круто, еще прошла передача с правой, Кудзиев. Ну и на этом все, друзья. 3-0. Победа Норильского никеля. Поздравляем команду из Норильска. Ну а Кристалл, Кристалл благодарим. Команду Климентия Сидорова за игру благодарим. Болельщиков, всех тех, кто собрался здесь, в Санкт-Петербурге, на новой арене.